В необычном волгоградском арт-кафе «Берегите время» открылась уникальная фотовыставка под названием «На потолке». В экспозиции представлены работы 6 молодых талантливых волгоградских фотографов. Все фотографии, а их более 30, размещены на потолке в шахматном порядке. По словам одного из организаторов выставки, художника Руслана Лысакова, самым сложным в организации выставки оказалось найти талантливых арт-фотографов. Это первый этап, когда мы сделали собственную выставку для людей, которые не сильно такие известные в Волгограде, но их работы очень сильные. Деятельность художественная связана с моей группой волгоградских творческих людей «Волга Art People». То есть это полностью моя идея, чтобы собрать творческих людей Волгограда, там, фотографов, художников, рукодельщиков в одной группе, чтобы с ним потом работать вместе и как-то продвигать. Здесь представлены 32 работы, из которых, которые представляют 6 фотографов, из которых одна 21 год, то есть она очень молодая, и несколько людей, которые уже более взрослые, более мудрые, у которых более глубокое видение этого мира. И они все в разных жанрах. Для того, чтобы собирать выставку, понадобилось 3 недели. Задействовали все силы, которые могли. Человек 7, ну, точно помогал им, чтобы это все сделать. Что втроем это было бы очень сложно. Оформление стен в виде ног – это то же самое нестандартное решение, как и повесить фотографии на потолок. Шахматный порядок более-менее упорядоченный. С другой стороны, полный хаос в содержании. Объединенный лишь одной тематикой – это арт. Это искусство, это то, как видят люди других людей, другие вещи. Выставка будет длиться 1 месяц. И я надеюсь, что очень много людей придет и посетит ее. Людей, которые увлекаются творчеством, которые ценят волгоградское арт-движение, которое будет поддерживать молодых талантливых фотографов. И я считаю, что для них будет тоже полезно постоять, задирать голову и пораздумывать, что же хотел сказать этой работой автор, чтобы они прониклись его внутренним миром. Арт-фото для участников выставки молодых художественных фотографов – это способ самовыражения, возможность делать то, что еще никто не делал. Люди, которые творят в этом направлении, будь то художники, музыканты, поэты, теперь входят в объединение творческих людей «Волга Art People». Они имеют возможность постоянно встречаться, общаться и обмениваться опытом. В ближайшее время в кафе «Берегите время» будут организованы различные мастер-классы, которые смогут посетить все желающие. Планируется, что фотовыставка на потолке продлится до конца месяца. Посетить ее в Волгограде и гости города могут абсолютно бесплатно по адресу улица Мира, 19. Анна Древнева, Алексей Литвинов, Волгоградское деловое телевидение.